кругами, блять. Там дальше лента натянута. Вот. Где она? Куда надо обойти? Надо боком ехать. Да? Вот лента. Но. Вот здесь подъем, что ли, будет или здесь? Ну вы здесь где, смотрите. Вот я здесь вот пробивал. Здесь вот. Вот. Ну мне сапог хватало. Вот этих? Да. Сегодня у нас проходит осенний этап степных просторов. Это спецучасток длинной дистанции 3-го класса. Где ребята поедут? Как поедут? Сам толком не знаю. Ох, ее. Спецучасток называется. Это вот начало спецучастка. Начало спецучастка, и уже у нас какие-то трудности. Во-первых, лед у нас сегодня минус 7, холодно, ветер. Лед толстый, и как сами видите, уже упирается. Надо было, наверное, сюда сначала что-то тяжелое пускать и повыше. Ну, как Евгений сказал, что здесь сантиметров 30, говорит, воды. Блин, так сейчас салон весь затопит, наверное. И, наверное, нужна будет эвакуация. Все, салон, вода пошла. Все, блядь, эвакуация. Салон, давай вытаскивать, пацаны. Надо было патриот первый пускать там, да, или у вас? Мы думали, тут тонкий лед. Ну, а ты видишь, он упирается, и все, и не едет. Вот вам пример, для чего нужна лебедка, чтобы самого себя можно было вытянуть в любых случаях. Да, вода, генераторы, все мокрое. Блять, вот там все льется. Полный салон воды. Живня едет дальше. Маршрут сложный. Первые, кто поехал, отважные. Вода льется с салона. Идем с вами. Маршрут. Так, вот здесь лед, наверное, уже не сломают. Отлично. Машина, во-первых, боком. Здесь маршрут попробуем отснять. Вот здесь был бы интересный заезд.
знает. Потихоньку давай. Пусть с одной стороны, может, налет. Он провалится, он срачно будет. Ой-ой-ой-ой-ой-ой. Сломали, а я в кирзачах. Короче, опасно иду. Там я, к сожалению, не могу пройти. Джим мне уехала туда и должна, наверное, по точкам возвращаться туда. Так, пробежали мы с вами полпути трассы, посмотрели, как это все происходит. Все подлетало. Диман вот так вот ездит, по-другому я не умею. Все. Встал. Запчасти. Номер надо снять, потеряете. Отчаянно, говорит, все, говорит, нормально, говорит, вот так вот сделай, говорит, поедет. Вот вам грунт. У нас здесь песчано-гравийная смесь. Все, блядь. Все, эвакуация лебедочкой. Все пошло, как видите. Лебедка может. Запчасти подбираем сразу. Мороз делает свое дело. Все, сматываемся. В начале первого. Оп, притяни. У него ноги длинные, блин. Вот там Хантер, смотрим. Мы думали, почему-то Хантер, блин, ловчей пройдет повыше. Ну да, не заводится. И аккумулятор в ноль. Щелкает. Такое ощущение, что у нас аккумулятор сел в ноль. Автомобиль не заводится. Как-то резко.
Прикурили, помогло. Едем дальше. Так сильно застряло, аж, смотрите, лебедка, и там аж трещит что-то. Охренеть просто. Опять заглох. Я думаю, на этом спецучастке мне достаточно будет поснимать. Потому что бегать, ну, тяжеловато тут. По километру за каждой машиной. Решено, сейчас вот этот спецучасток отсниму. Потом дальше будет бегать. Короче, по самой не хочу, Димон, сел. Жестко, жестко было, конечно. Рессорами уперся полностью. Накопал. Ну все, поехал дальше. О, блядь. Вот давайте это да, глубина. Ну давайте немцев. Сейчас, сейчас смотри, немцы как поедут. Сейчас, ребят, по этому маршруту поедет Opel Frontera. Леха. Ну, я думаю, жестко будет. Лебедочку быстренько, отлично. Молодцы, молодцы, молодцы. Отлично, быстро, быстро, быстро. Леха, отлично. Распускай. Заводи пока, ебаный в рот. Смотри, завел с такого удара. Лех, пусти лебедку. Все, пошло, пошло, пошло. У меня такая же лебедка тоже стоит. У нашего товарища в группе торгует лебедками. По нормальной цене отдает. Все, поехали. Не, сейчас, да. Давай. Крути, давай. Крути, крути. Колеса, колеса. Туда, 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 тут. Прямо сейчас туда, где у вас сядет. На, блин. А выбора нету. Выбора нету. Траекторию. Сейчас колесо сломает. Пусть колесо крутанет. Он не может его зажало. Пусть назад отдаст. Ну это ты что сейчас? Отломаем все нахер. Надо назад, Леха, и руль прямо. Отпусти. Отпусти в другую сторону. Стой. Назад, колеса выровняй. Ром, а можешь сюда левее? Ну ладно, давай. Тут благодаря лебеди только должна быть. Тут уже не металлический трос, а синтетика. Давай, давай. Офигенно! Отлично! Молодца, молодца! Эмоции, Леха, в двух словах. Супер! Все отлично! Пока еще не понял. Не понял. Ну, прошел. Неплохо, неплохо. Вот там Opel Frontera, да, пацаны? Все почти родное. Лебедочку только поставил. Главное, отвага. Есть цель. Говорит, зачем, говорит, иметь машину? Говорит, надо, говорит, гонять. Погнал. Я надеюсь, вам понравилось, как Алексей прыгнул, да, такие волны классные. Лайкосик там Лехе поставьте, напишите коммент, красавцы. Пока никто не едет, по маршруту Алексея давайте проведем чуть-чуть, посмотрим. Неохота, неохота. Вот тоже лебедочка, номер телефона Виктора оставлю. По нормальной цене можете заказать, там не только лебедки, фены. Очень много всяких полезных ништяков. Итак, все, основная масса. Ту точку проехали. Здесь тоже проехали. Не успеваю бегать, снимать. Сейчас идем на другую точку. Женя говорит, там интересно. Посмотрим, как они осилят. Вообще интересно.
оператор сейчас. Я пока... Вот жизнь оператора. Бегаешь с точки на точку. Движение, жизнь. Дошел до точки. Леха тут. Ох, а тут. Понимаете, мороз ночью был. А все это время дожди. И вот так получается. Вообще интересно и поснимать, но единственное, тяжело бегать. Ну, то есть далеко участки, а оператор я один. А так, да, интересно. Самое главное, время года такое интересное. Леха, руль! Сюда, 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 сюда. Еще. Крути, крути. Во, выезжай. Вот, благодаря лебедке, смотрите. Поехали. Вы отсюда хрен выйдете когда. Ах, Леха, Леха, немцы. Стой! Молодца! А, он по-другому. Возвращаюсь на предыдущую точку, там Диман на хантре. Ему нужно проехать два дерева. Вот, они лежат, но их так не проедешь. Надо, короче, использовать лебедку. Так что двигаемся. Все, нормально, сломал. Ну, грунт, конечно, сырой. Я думал, он здесь поедет. А нет. Все, Димка, лебедись. Так, Дмитрий уже подъехал, точку взяли, Димус? Девятую, первую взяли, правда, вернуться пришлось. Почему? Потому что мы ее забили уже после того, как спецучасток прошли. А-а-а. Надо было, по идее, ходом все брать. Ну да, да, да. А потом четвертый спецучасток и на выезд. Ну понятно. То есть взяли. Сейчас дальше куда? Ну дальше в следующую точку. Сейчас не знаешь, смотреть. Да? Ну ладно, молодцы. Вот точка. Недалеко вы ушли. Да, совсем недалеко. Мало развернулся. Из грязи вылез. Я больше так не буду. Несет, наверное, в грязюку. Ага. Давай, 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 давай. Отлично. Молодец. Проехал спокойненько. Сейчас точку возьмут. Все, достанешь, Дим. Все, штурман Димы берет точку. А можно? Ну все, зачет, зачет. Вот. Пацаны с Орска приехали. Ух, пластиковые бампера. Сейчас я
Это финиш сегодняшнего дня. Наверное, мое участие здесь заканчивается. Где-то часа три уже, наверное, поснимал, побегал, материал набрал. Вам будет интересно, что посмотреть. У ребят маршрут до 9 вечера. Здесь и ориентирование, и точки, ну, короче, много чего. Но, к сожалению, как бы с ними за всеми не угонишься. Поэтому я сейчас собираюсь, еду пока домой. А к вечеру приеду пить чай с самовара. Вот. Так что лайкосы, подписка, переходим на телеграм-канал Нива 007, там все самое свеженькое, все там лежит. Давайте попробуем мы проехать сразу. Первая пониженная, у меня занижение. Прежде всего я заблокировал. Как бы порогами, не знаю. О, проехали. По спецучастку чуть-чуть прокатнемся. Ух. И вот здесь вот такой уклончик. Но мы можем выше взять. А страшно. Охренеть, как страшно. Ничего, проехали.